Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую самую обычную, очень простую жилеточку. Я вязала ее для мальчика 4 месяца, полгодика, где-то вот так вот, исходя из нужных мне размеров. Вы же можете взять свои размеры и связать абсолютно на любой возраст. Здесь в основе лежат две основные, скажем так, вязки. Это платочная вязка, лицевые петли с лицевой и изнаночной стороны в виде вот такой вот планки, обвязывание горловины и обвязывание проймочек. И основное полотно — это у меня лицевая гладь. Я украсила жилеточку, сделав на застежке 4 пуговичек, вот таким вот мишкой. Вы же можете мишку не делать. Я дам схемку, как связать вот такого мишку. Он у меня вяжется крючком. Есть видео у меня, схемка. Вот также под данную жилеточку я связала вот такие пинеточки. Также использовала платочную вязку, лицевую гладь. Есть отдельное видео, как связать данные пинеточки. Вот ссылочку вы найдете под этим видео. Я также их украсила мишками, но размерчиком поменьше. Размерчик поменьше мишек. Я также дам схемку. Вот как делать. И, конечно же, можете связать вот такие пинетулечки вместе со мной. А длина жилеточки готового изделия у меня 30 сантиметров. По окружности груди я делала на 50 сантиметров. Начинала я вязать жилеточку с резиночки 2 на 2, а затем перешла на ровное вязание. Жилетка у меня бесшовная практически. Единственное, что при обработке горловинки, вот здесь вот мы будем делать небольшой шовчик сверху, но он очень мягкий, нигде ничего не будет ребеночку давить. Это лишь для того, чтобы, скажем, соединить вот эту обвязочную часть платочной вязки на горловинке. Плечевые скосы я сшивала трикотажным шовчиком, поэтому нигде мы практически... В общем, никаких боковых швов мы ничего не делаем, то есть вяжем сдельным полотном, все максимально. На жилеточку у меня ушло чуть больше моточка на данный размерчик, и связав вместе с пинеточками, у меня ушло где-то полтора, может быть чуть-чуть больше, чем полтора моточка пряжи. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Перед тем, как мы приступим к вязанию, нам нужно сделать некоторые расчеты и определиться с размерами жилеточки. Для начала мы измеряем окружность груди ребенка и добавляем к ним 2-3 сантиметра дополнительно. То есть, если окружность груди, допустим, ребенка, на которого я вяжу жилеточку, 47 сантиметров, я добавляю 3 сантиметра и получаю обхват груди 50 сантиметров, либо полуобхват 25 сантиметров. Далее нам нужно понять, сколько же у нас будет составлять общая высота жилеточки, которая делится обычно на две части. Это линия до проймы, то есть от начала вязания. Это обычно либо же ниже чуть-чуть спинки, либо же по линии, скажем так, на пол попочки, либо ниже, то есть как вы хотите, насколько она должна быть низкая. Вот. И вторая часть высоты — это линия от проймы, то есть под ручками, и до тех пор, пока вы не будете уже доходить до плечевых скосов. Я обычно делаю проймочку, если, к примеру, на годик ребенку, то около 13 сантиметров. Так как это догодовалый ребенок, то, соответственно, я возьму где-то 12, может быть, по ходу вязания у меня получится 12-12,5 сантиметра. Вот я определяю с 12-12,5 сантиметра. Далее, нижняя часть у меня будет составлять от проймы до линии по, скажем так, обвязыванию резиночки, где-то около порядка 17-17,5 сантиметров. То есть 17-17,5. То есть общая высота будет у меня приблизительно 30 сантиметров по итогу вывязывания всей высоты жилеточки. Далее мы берем пряжу, которую будем вязать, и спицы. И провязываем небольшой отрезочек 10 на 10 сантиметров, либо же просто я обычно вяжу 10 сантиметров высотой где-то в 5 сантиметров. И измеряю, сколько же по ширине у нас получается провязанных количество петелек. То есть желательно, конечно же, этот ваш образец небольшой постирать. То есть вы увидите, насколько он после стирки растягивается, скажем, чтобы дать понять себе, насколько у вас сядет либо растянется изделие после стирки. Это, конечно же, лучше всего учитывать заранее. Вот, если же вы будете изделие не стирать, а можете, конечно же, отпарить. Вот. Ну, в принципе, сделать любую вторичную тепловую обработку, в общем, на свое усмотрение. Если же у вас пряжа, допустим, рассчитана именно на вашу жилеточку, и у вас нет, скажем, лишней пряжи, то лучше можете не стирать образец. Вот. Итак,
Я провязала 10 сантиметров в ширину, и у меня уместилось 19 петелек. То есть в моем образце 19 петелек. По высоте количества рядочков я обычно ориентируюсь, просто провязав сантиметром, измеряю. Далее, нам нужно понять, сколько же петелечек в одном сантиметре, для того, чтобы рассчитать, сколько набрать петелек нам нужно для изначального, скажем так, расчета и вязания жилеточки. 1 сантиметр мы имеем, если поделим количество петелечек на количество сантиметров в образце. То есть получается 1 целая петля 9 десятых в 1 сантиметре. Соответственно, это число в 1 сантиметре 1,9 десятых мы умножаем на количество сантиметров по окружности груди. То есть у меня это 50. И получаем число. У меня это 95 петель, но обычно я округляю до четного количества. То есть, к примеру, если бы здесь было 94, то это четное количество. И так как 95 не делится на 2, то округляю число до четного, соответственно, добавляю одну петельку, 96 петель. Далее, к этим петелькам по окружности груди нам нужно добавить количество петель, которое будет уходить на планочку, то есть на вывязывание петель для пуговичек и на планочку, на которой будут пришиваться. Так как планочки у нас одна на другую накладывается, на одной пришиваются пуговички, вторая застегивает эти пуговички, вот, то нам нужно добавить всего лишь одну планочку. Соответственно, у меня обычно планка шириной в 2, где-то 2,5 сантиметра. И это у меня по плотности вязания занимает около 5 петель. Плюс одну кромочную я добавлю для того, чтобы у нас был больший такой, скажем, больший размер планочки по ширине. Вот. То есть к этому числу мы добавляем количество петель планочки и одну кромочную петлю. Получаем 6 петель. 96 плюс 6 это 102 петли. 102 петли это начальное количество петель, которое мы должны набрать для вязания данной жилеточки, чтобы получить вот эти размеры, на которые у меня сейчас сделаны расчеты. У вас, возможно, свои размеры. Вы берете, подставляете количество петель вашей плотности вязания, умножаете на окружность груди, получаете число, желательно четное. Соответственно, либо добавляете одну петлю. Конечно, можете уменьшить, если вы сделали слишком большой запасик. Вот. Затем добавляете количество петель для планочки и получаете итоговое число петелек, которое нам нужно для набора. Далее нам нужно определиться, сколько же петелек у нас пойдет на спинку, сколько пойдет на полочки и сколько пойдет на планочку для петелек пуговички. Я черчу вот такую вот горизонтальную линию, на которой буду распределять количество петелек. Итак, мы берем наше начальное число, то есть у меня это 96, и делим на 2. То есть получаем 48 петелек. Я так и пишу, 96 петель, изначальное количество петелек минус вот эти петли планочки. Делим на 2 части, одна из которых будет у нас спинка. 48 петель, соответственно, мы пишем 48 петель на спинку. Спинка. И 48 делим на 2 части, то есть по 24 петли у нас должно пойти на полочки. На одну полочку и на вторую. Затем у нас идут петли планки. Перед тем, как определиться, сколько же на полочку и сколько же на планке, нам нужно вот эти 6 добавочных петелечек, которые должны пойти на планку, мы делим на 2 части. То есть 3 петли мы берем половинку с этих 6 на одну сторону планки, вторую часть на другую сторону планки. И из 48, еще раз я вам объясню, 48 мы делим на 2, это получается 24 петли, которые должны пойти на каждую полочку. Из них мы должны вычесть по 3 петли. То есть добавляем по 3 петли с одной стороны планки и с другой стороны, для того, чтобы у нас получилась 1 кромочная петля и 5 петель планки для пришивание пуговичек и 5 петель планки, на которой будут располагаться петли для пуговичек и кромочная петля. Вот это 6 наших суммированных петелек по краям. Если 24 отнять 3, то получается 21 петелька на одну полочку и 21 петелька на вторую полочку. Я думаю, что здесь понятно. Вы распределяете ваше количество петелек, нужное
скажем, по итоговому числу ориентируясь, плюс петельки на планочку, возможно, вы хотите шире, уже планочку. Я поделила планочку на две равные части и от полочек забрала вторую, как бы, часть планочки. По ходу того, как мы будем вязать петли спинки, полочки и планочек, нам нужно вывязывать параллельно петельки для пуговичек. Для этого нам нужно вот эту высоту, которая у меня 17-17,5 сантиметров, поделить на 3 равные максимально части. То есть смотрите, 17 на 3 у нас не делится. Самое приближенное число, которое делится на 3, это 15. То есть по 5 сантиметров между пуговичками у нас будет располагаться. Далее оставшееся число, то есть 2-2,5 сантиметра, мы оставляем здесь сантиметр перед первой петелькой. И после последней четвертой петельки мы еще также провяжем где-то 1 сантиметр. Так как у меня 17,5, возможно, я вначале провяжу вот здесь вот 1,5 сантиметра, затем сделаю первую пуговичку. Вот я пишу 1,5 сантиметра, затем сделаю первую пуговичку. Далее вторую пуговичку я буду делать через 5 сантиметров. Третью пуговичку еще через 5 сантиметров. Четвертую пуговичку я буду делать еще через 5 сантиметров. И после вывязывания последней пуговички, последней петельки для пуговичек, я провяжу еще порядка 1 сантиметр для того, чтобы перейти на вывязывание горловинки. То есть мы поделили петельки, через сколько мы будем делать петельки для пуговичек. Сколько это рядочков, я вам потом по ходу вязания расскажу, потому что я буду ориентироваться по количеству, скажем, рядочков провязанных и сколько это будет петелек в высоту или провязанных рядочков. Потом я уже вам скажу по ходу вязания. Вот мы набрали петли для спинки, полочек, планочек, провязали общую высоту нашу в 17-17,5 сантиметров, подходя до петель. Вот здесь вот проймы наши. Для того, чтобы вывязывать проймочку, мы будем здесь подготовительную делать платформу для того, чтобы потом красиво перейти платочной вязкой на вывязывание уже высоты после закрытия петель проймы. Для этого сейчас нарисуйте вот такую схемку. Очень простая, это дуга. И делим эту дугу ровно пополам. Вот так. То есть визуально это у нас как бы в раскрытой форме петли полочки и петли спинки. То есть мы представляем здесь, что у нас дорисована вторая дуга и переходят петли на спинку. То есть как бы в развернутом виде. Перед тем, как делать закрытие для проймы, мы должны определиться, сколько же петелечек мы будем закрывать. Я предлагаю стандартное делать закрытие, это 5 петелечек. То есть для годовалого, скажем, полугодовалого ребенка это более чем достаточно. 5 петель на одну сторону закрытия проймы, 5 петель на другую сторону. При этом эти 5 петель мы должны поделить либо на закрытие 3 петель сразу же и потом 2 раза по 1 петле, либо же 3 петли, а затем сразу идет 2 петли. Вот я, скажем так, ищу легкие пути, соответственно, я закрою сразу же в 2 рядочках 3 петли и в следующем ряду 2 петли. Аналогично делаю с другой стороны. И также нам нужно, чтобы после закрытия вот этих петелек для подготовления, скажем так, вывязывания проймы петелек закрытия, нам нужно, чтобы вот эта платформочка сошлась по петлям платочной вязки и по высоте, скажем, вот это обвязывание, я почему здесь на схемке нарисовала, это у нас будут петли платочной вязки, которые сопровождаются от момента закрытия проймы до самого закрытия петелек для плечевого скоса с одной стороны и с другой стороны. Здесь я предлагаю вам взять где-то 3-4 петли. Этой ширины вполне достаточно для того, чтобы потом как бы сойтись на плечевом скосе. То есть я беру одну кромочную петлю и добавляю где-то 3 петли платочной вязки. Соответственно, у нас получается с одной стороны и точно так же должно получиться с другой стороны. Одна кромочная и 3 петли. Мы берем эти 4 петельки, вот эти 4 петельки и 10 петель закрытия проймочки. То есть получается 10 петель плюс 4 и 4, это общая сумма 18 петелек. 18 петелек мы должны будем сделать платформочку для наших, скажем так, вывязывания красивых вот здесь вот петель
проймы до плечевого скоса, то есть как бы обвязочка такая. Вот, для того, чтобы нам выйти на вот эти 18 петелек, нам нужно будет их вязать платочной вязкой. Соответственно, 18 мы делим на 2, получаем 9 петелек. То есть 9 петелек мы должны будем забрать с одной стороны, то есть с петелечек полочки, и 9 петелек с петель спинки. То есть 18 делим на 2, это 9 петель с полочки забрать. И 9 петель со спинки. Для того, чтобы выйти на вот эти 9 петель, подготовительная платформочка, мы должны еще закрыть на одну петельку с каждой стороны меньше. То есть, как бы вот таким вот образом. Также делим на две части и закрываем буквально на одну петельку. Не закрываем, а провязываем на одну петельку меньше. Соответственно, по 8 петель в первом ряду мы должны будем изначально сделать платформу для вывязывания проймы и закрытия петелек. Во втором ряду мы провяжем уже по 9 петель, и так мы выйдем на 18, вот это общее количество петелечек платочной вязки для обвязывания вот этой проймочки нашей. Сейчас вам пока ничего абсолютно не понятно из того, что я рассказала. По ходу вязания я буду вам рассказывать, показывать, где мы что будем делать. И самое главное, если вы точно так же расписали, как и я, скажем, исходя из нужных вам размеров итоговых, то у вас должно получиться все отлично. Я вам буду рассказывать, мы будем делать, скажем так, ссылание снова на вот эту схемку и расписание, что мы делали с вами. То есть мы делили общее количество петель на спинку перед полочки и наши, как их, полочки, проймочки. В общем, мы распределяли количество петель для закрытия. Вот таких вот проймы у нас должно получиться 2. Под одной ручкой и под второй ручкой. Соответственно, потом я вам буду рассказывать, где и на каком этапе мы будем делать вот эту платформочку перед закрытием петелек проймы. В общем, вот такая схемка у нас очень простая получилась. Пока вам, еще раз повторюсь, ничего не понятно, но мы приступаем к вязанию, и по ходу вязания вам будет все, я надеюсь, понятно. Также хотелось бы вкратце вам сейчас рассказать, как я делала украшение большого мишку. Я вам для, скажем, сравнения покажу, как сделать мишку большего размера на жилеточку и меньшего размера на пинеточке. Кого заинтересует, возможно, меньшего размера, скажем, не такой большой мишка на жилеточке, то можете сделать вот такого мишку. Итак, делаем в кольцо амигуруми движущее колечко крючком 3 воздушные петли подъема, и первый ряд это 11 столбиков с накидом, то есть с петлями подъема получается 12 столбиков. Далее соединительным столбиком соединяемся в третью петлю подъема и переходим на второй ряд. Второй ряд 3 воздушные петли подъема, и в каждую петельку предыдущего ряда столбика делаем по прибавлению, то есть по 2 столбика с накидом в каждую абсолютно петельку, и провязываем второй ряд. В петлю основания мы довязываем пару, как бы, к этому визуальному столбику из 3 воздушных петелечек, и соединяемся в третью воздушную петлю подъема второго ряда соединительным столбиком или петелечкой. У нас получается в конце второго ряда провязано 24 столбика вместе с петлями подъема столбиком, и переходим на третий ряд. Третий ряд снова поднимаемся на 3 воздушные петли подъема и чередуем то в одну петельку 2 столбика, то есть прибавление с накидом. Следующий столбик мы делаем просто столбик с накидом. Далее снова прибавление, столбик. Так чередуем каждую петельку, то столбик, то прибавление. Так как я начинала просто с, скажем, со столбика, то я сделала пару еще в петлю основания воздушных петель подъема. И третью петельку соединилась с соединительным столбиком. Итак, третий ряд у нас провязан. Это и есть общий объем, в общем, головы нашего мишки. Если вам кажется, что это много, можете остановиться на втором ряду, как я сделала для пинеточки. То есть я связала 2 ряда всего и остановилась на 24 столбиках. Далее, четвертый ряд, заключительный ряд обвязывания и довязывания ушек. Я сделала 2 воздушные петли подъема и над каждым столбиком третьего ряда сделала по столбику без накида 11 столбиков. Затем пропустила один столбик предыдущего ряда и сделала в следующий, то есть через один столбик, я провязала 8 столбиков с двумя накидами.
Далее снова я пропустила одну петельку и соединилась шестью соединительными столбиками, как бы сделала вершинку между ушками. Далее снова пропустила петельку, сделала в следующую петлю, то есть через одну получается 8 столбиков с двумя накидами. Почему-то я написала здесь 7 столбиков, а нет, 8, все правильно. И далее снова пропустив петельку, я до конца ряда довязала 12 столбиков без накида и сделала соединительную петельку во вторую петлю подъема. Вот, то есть таким образом у меня получилась основка, голова и два ушка. Для того, чтобы сделать мордочку, мы берем ниточку белого цвета, снова делаем кольцо амигуруми, 11 столбиков к 3 воздушным петлям подъема, соединились первый ряд, затем второй ряд, 3 воздушные петли подъема, сделали прибавление в каждую петельку и обвязали это количество петелек предыдущего ряда столбиков просто столбиками без накида. И у вас получилось, условно говоря, только лишь вот такое колечко, которое вы пришиваете снизу головы, то есть делаете мордочку, затем вышиваете уже непосредственно ротик, вот, делаете глазки, вот, то есть носик, это уже по желанию вы украшаете, я сделала по-своему, возможно, вы хотите по-своему. Маленький мишка делается все точно так же, только лишь делается два ряда увеличения круга и затем обвязывается уже своим количеством столбиков без накида. В данном случае у меня это 8 столбиков без накида. Пропускаем петлю, делаем 8 столбиков с одним накидом, далее 3 соединительных столбика. Можете делать столбик без накида, мне нравится, когда соединительные столбики сверху. Затем 8 столбиков без накида, петельку пропускаем и до конца ряда довязываем 8 столбиков без накида. Почему я здесь пропускаю петельки? Потому что если вы будете делать веерочки, ушки без пропуска петель, то получится слишком все туго и как бы сковано. Здесь вы делаете более такие раскрытые, красивые, плавные веерочки, ушки. Вот, и все, в принципе, на этом все. Здесь я условно обозначила кольцо амигуруми, как, где мы делаем воздушные петли, где соединительные столбики, столбики с накидом, с двумя накидами, где пропускаем петли и так далее. Я вот здесь условно вам показала, как это все выглядит. Вот. Кто что не понял, задавайте в комментариях, обязательно постараюсь ответить на ваш комментарий. И приступаем к вязанию основки жилеточки. Для вязания я буду использовать пряжи фирмы Lanosa, серия называется Muscle Baby Anti Peeling. Здесь 180 метров, в 100 граммах, эксклюзивный акрил в составе. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео, ссылочку посмотрите ниже в описании под этим видео. Здесь рекомендованный спид дает нам производитель номер 4-5. Я возьму троечку с половиной на тросики. Также, возможно, будет удобно вязать кому-то на прямых спицах, но мне проще, когда я вижу уже, скажем так, исходный материал в более закругленном виде. То есть это все-таки будет у нас максимально бесшовное вязание, поэтому мне удобнее смотреть, как бы, как будет в итоге выглядеть мое изделие. Также нам понадобятся вспомогательные инструменты, такие как крючок, ножнички, иголочка с большим ушком, сантиметр. И, возможно, нам понадобится либо булавочка-держатель открытых петелек, либо же это, возможно, какие-то чулочные коротенькие спицы, такие же номер 3,5, как и основное вязание будем вязать. То есть уже по ходу вязания мы будем смотреть, что нам понадобится. Итак, начинаем набирать наши петельки, которые мы сделали при расчетах. У меня это 102 петли. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 100 петель самым удобным для себя способом. После того, как набрали все петельки, достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных 2 петель. Если вы делали набор точно так же, как и я, на одной спице, первые 2 начальные петелечки. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд — это распределение петелек. Так как я хочу, чтобы вот эта наборочная косичка стороной зубчиками была у меня с внутренней стороны, с изнаночной, то я сейчас, получается, начинаю вязать первый изнаночный ряд. Для этого я первую кромочную петлю снимаю и далее вяжу 5 петель лицевых, петли планки. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, мы с ряда забрали первые 6 петель, которые всегда у нас в начале и в конце ряда будут вязаться. Это планка лицевые петли и с лицевой, с изнаночной стороны петли платочной вязки и кромочная 6 петля. Далее распределяем петли для резиночки 2 на 2. Так как я хочу, чтобы у меня с лицевой стороны после планки начиналась резиночка с 2 изнаночных, то с изнаночной стороны это 2 лицевые. Вот я начинаю с 2 лицевых вязать петель.
Далее 2 изнаночные. Снова повторяю, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот таким вот образом я чередую, распределяю петли резиночкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, до тех пор, пока у меня не останется в конце ряда 6 петель. В конце ряда у нас заканчивается резиночка 2 на 2 лицевыми петлями двумя, то есть петли симметрии, как начинали с двух лицевых, так и заканчиваем. Дальше вяжем 5 лицевых петель планки платочной вязки, 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная петля. Я буду в конце ряда вязать и с лицевой, и с изнаночной стороны изнаночными петельками. Хотите, можете всегда вязать лицевыми, хотите, можете вязать изнаночными. Для того, чтобы красивые были края вот этой вот, скажем так, стороны, я буду вязать кромочные изнаночными, и получаться будет красивая косичка с краем. Далее разворачиваем на второй ряд, и это у нас уже лицевая, как вы видите, сторона изделия. Поэтому мы кромочную снимаем и вяжем 5 петель планки, снова 5 лицевых. Это платочная вязка. Остается у нас неизменно от начала до конца вязания. Кромочная петля забрали, 5 лицевых петель планочки, и дальше повторяем вязать резиночку 2 на 2 уже теперь с лицевой стороны. Начинается она у нас с 2 изнаночных петель, дальше чередуются 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Петли симметрии у нас с другой стороны резиночка закончится точно так же двумя изнаночными петлями, как и началось вот здесь, вот 2 изнаночные. И затем мы свяжем с вами такую же точно планочку платочной вязкой, 5 лицевых и кромочная петля. Довязав второй ряд до конца, мы распределили петельки, и у нас четко теперь видны центральные петли для резиночки и по краям 2 вот такие вот планочки из 5 лицевых петель платочной вязки и кромочной петли с одной и с другой стороны. Теперь поверните в конце второго ряда, у вас получается сейчас вязание повернуто лицевой стороной наверх. И смотрим, если у вас жилеточка для девочки, тогда вам нужно будет делать петельки с правой стороны, то есть вот здесь вот в начале второго получается ряда, чтобы у вас были петельки. На левой полочке вы будете пришивать вот здесь вот на планке с левой стороны пуговички. Так как если вы вяжете, как и я, для мальчика, то вам нужно будет делать петельки для пуговичек с левой стороны. То есть получается, чтобы они оказывались у вас в конце вот этого лицевого ряда. А в начале лицевого ряда вам нужно будет пришивать пуговички. И если вы делаете, как и я, и для мальчика, то тогда вам нужно будет в начале третьего ряда сделать первую петельку для пуговички. Если же делаете для девочки, то в конце ряда все то же самое повторяем. Итак, кромочную петлю снимаем, далее вяжем 2 лицевые петли. То есть нашу платочную вязку, первые 2 петли из 5 петель планки. Далее, следующие 2 петли также вяжем 2 лицевые и переодеваем первую на вторую из двух провязанных только что лицевых. Мы закрыли первую петлю, затем вяжем последнюю петлю, пятую, планочки и точно так же переодеваем на нее предыдущую связанную петельку. Смотрите, мы закрыли 2 петли из 5 петель планки, то есть у нас осталась кромочная, 2 лицевые, 2 петли мы закрыли и довязали пятую петлю планки. Все закрывали лицевыми петлями, и у нас с лицевой стороны должен получиться вот это как бы изнаночный ряд уже. Далее ничего не делаем, просто закрыли 2 петли таким образом и продолжаем вязать резиночку. 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные и дойдя до петель симметрии, точно так же как начинали с двух лицевых, так и заканчиваем вязать резиночку двумя лицевыми с другой стороны. И здесь петли планки, 5 лицевых и кромочная петля. Поворачиваем на лицевой ряд и провязываем полностью резиночку и петли планки платочной вязки до тех пор, пока не дойдем до вот этих вот двух закрытых петель. Хотите, можете здесь 3 петли закрывать, то есть провязать кромочную, одну лицевую, затем 3 петли закрыть. Но я буду делать вот таким вот образом, потому что у меня пуговичка, скажем, небольшого размера, и мне вот этих двух закрытых петелек вполне достаточно. Просто продолжаем вязать этот ряд до конца и следующий поворотный ряд до вот этого момента закрытия петелек. Дошли с лицевой стороны до вот этих наших петель
планочки до первой петли из 5 петель лицевых платочной вязки. Итак, первую петлю мы провязываем лицевой петлей, и далее у нас закрытие шло 2 петелек. Как мы их возвращаем? Мы вот так перекручиваем рабочую ниточку и дальнюю стеночку, захватываем, это первая петля. Затем еще раз, вот вы вязали, затем перевернули пальчик и с дальней стеночки вот так вот захватили, сделали петельку. Восполнили 2 закрытые петли и дальше довязываем 2 лицевые петли и кромочная петля изнаночная. И у вас получилось, что восполнились те 2 петли, которые мы закрыли, и снова сейчас получается 5 лицевых и кромочная 6 петля. Разворачиваем на изнаночный ряд, кромочную петлю снимаем и далее вяжем 5 лицевых привычным нам способом платочной вязкой. Вот так набранные петельки у нас провязались и получается сокращенные петли восполнились вот этими 2 перекручиваниями. Раз, как мы с вами сделали, и второй раз. Если вы закрывали 3 петли, то таким образом делаем 3 петли. Обязательно не добавляйте здесь петли и не убирайте. То есть получается всегда у вас будет здесь 5. И в каждом, получается, изнаночном ряду мы будем, даже не в каждом, а при каждом закрытии петелек в нужном нам расстоянии высоты, когда нужно будет сделать петельку, мы будем делать закрытие петель с изнаночной стороны, то есть кромочную петлю снимаем, провязываем 2 лицевые, затем 2 лицевые перекидываем предыдущую на последующую провязанную закрытие, делаем петелек 2 раза, и у вас остается всего лишь 1 петелька с другой стороны планки из 5, то есть 2 вы провяжете, 2 сократите и 1 у вас останется, как мы только что делали. А довязав до конца изнаночный ряд и довязав практически до конца лицевой ряд, в конце лицевого ряда вам нужно восполнить закрытые петли. И точно так же провязываем дальше. Вот так я буду делать петельки на протяжении вязания высоты нашей жилетки. То есть смотрите, точно так же все будет абсолютно одинаково. Хотите, можете по 3 петли закрывать, тогда у вас будет она... петелечка более по центру планки, но я, честно говоря, люблю, чтобы с краю здесь оставалось пошире расстояние, потому что петелька имеет свойство растягиваться по ходу носки, и чтобы вот эта, ну скажем, пуговичка не висела, я делаю закрытие 2 петель и оставляю немножечко как бы смещение делаю к самой жилеточке, чем к краю нашего, в общем, полотна. И далее я буду делать закрытие в изнаночном ряду, восполнять в лицевом ряду через каждые 13 провязанных рядочков. То есть в каждом 14 ряду, вот этом изнаночном, буду делать закрытие, в каждом 15 восполнять в лицевом ряду закрытые петельки. Вот так буду делать еще 3 петельки для пуговичек. Все остальное вяжется точно так же. Довяжем сейчас изнаночный ряд до конца. Затем еще раз повторим лицевой изнаночный ряд по рисунку. То есть здесь у нас 5 лицевых в начале и в конце ряда, 2 кромочные по краям и центральные вот эти петельки резиночки. А затем, провязав буквально невысокую резиночку в 7 рядочков, я перейду резиночку, буду вязать лицевой гладью. То есть когда я переступлю порожек, скажем, лицевого ряда, здесь я буду вязать лицевые петли. С изнаночной стороны, там где у нас вот эти зубчики, я буду вязать изнаночные петли до нужной высоты жилетки, пока не дойду где-то минус сантиметр до закрытия проймочек. То есть мне нужно связать высоту жилеточки минус 1 сантиметр до проймы. А затем мы с вами уже продолжим вязать и делать закрытие под ручки, чтобы ничего не давило, и как бы подготовим платформочку для того, чтобы сделать закрытие петель для проймы. Вот я связала высоту, я спрятала хвостик ниточки и сейчас нахожусь в конце связанного лицевого ряда. Я сделала 4 петельки для пуговички. У меня получилось от начала резиночки сейчас 16 сантиметров. И я провязала, вот когда я восполнила в лицевом ряду после закрытия петелек для последней пуговички, скажем так, петельки, я восполнила в лицевом ряду петли 2. Затем провязала 1 изнаночный ряд и 1 лицевой ряд, которым вернулась. То есть буквально 2 ряда провязала после того, как сделала последнюю 4-ю петельку. И сейчас в изнаночном ряду мы с вами будем делать первую подготовительную, скажем, платформочку, первый ряд платформы, для того, чтобы потом красиво перейти на вывязывание проймочки. Там, где мы с вами делили петли в схемке для спинки и полочек,
от петель полочки. У меня это 21 петля плюс петли планки с одной и с другой стороны. Я убираю 6 петель, 8 петель со спинки и 8 петель с полочки. Поэтому сейчас я буду провязывать петли нашей планки, то есть кромочную петлю, и далее 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, и далее 21 минус 8, получается 13 петелек я должна связать изнаночной гладью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Связала я 13 петель с полочки вместе с петлями планки. Далее вяжу 8 петель с полочки лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И к этим петлям 8 лицевым с полочки я добавляю 8 петель со спинки. То есть продолжаю вязать еще 8 петель лицевых. Это петли спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть смотрите, что я сделала. Я из петель полочки забрала 8 петель, то есть 21 минус 8 это 13 петель, связала их. Затем 8 петель с одной стороны и 8 петель со спинки, с другой стороны 16 петелек я провязала лицевыми петлями, которые у нас будут платформочка для закрытия проймочек. Чтобы сейчас не просчитывать, какое количество петель на спинке мы должны связать, я для удобства отсчитаю точно так же петли планки. Это кромочная петля, далее 5 петель лицевых и 13 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 петель изнаночных. Точно так же 8 петель с одной стороны и 8 петель со спинки. Я должна отсчитать 16 петель лицевых. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Далее я беру булавочку, либо иголочку, что вам удобнее вытаскивать будет. И вот это количество петель я должна провязать. Это я так отсчитала, чтобы не ошибиться. Я вам сейчас скажу, сколько я отсчитала петель, получается, с другой стороны. На петли спинки до следующей проймочки мне нужно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 петли провязать изнаночной гладью. Это петли спинки. И так я до иголочки своей отмеченной вяжу просто изнаночную гладь, как вязала первую часть полочки, так и вяжу часть спинки. Довязала петли спинки, теперь вытаскиваю иголочку и отсчитываю 8 петель со спинки лицевыми петлями и 8 петель со второй полочки. То есть 16 петель я должна провязать лицевыми петлями. 1, 8, получается 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с одной стороны и 8 петель далее продолжаю вязать с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего получается 16. 8 петель с одной стороны и с другой. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. И далее у нас должно, если вы отсчитали все правильно, остаться 13 изнаночных петель. То есть наша вторая полочка с другой стороны. 5 петель платочной вязки планки. И кромочная петля конец ряда. Это если вы связали все правильно, значит должно вот так вот все остаться. Либо же какие вы делали расчеты для своих размеров, которые нужны вам. И посмотрите, мы повернув на лицевую сторону, имеем вот такие вот как бы платформочки изнаночными петлями с одной и с другой стороны. Вот эти платформочки мы должны будем сейчас расширить. Но если по чередованию платочной вязки у нас должен сейчас идти после изнаночных петель как бы ряд лицевых петелек. Поэтому сейчас в лицевом ряду мы просто свяжем лицевые петли все от начала до конца. Кромочную снимаем. 5 петель платочной вязки планки. 1, 2, 3, 4, 5. И далее пошли вязать все-все абсолютно петли лицевые, включая петли. Вот здесь вот над изнаночными точно так же вяжем все петли лицевые. Над петлями лицевыми спинки вяжем лицевые. Над петлями с другой стороны проймы мы вяжем над изнаночными лицевые петли. Здесь у нас
планочка мы вяжем также лицевые петли, и аж в конце ряда последняя петля у меня будет только лишь одна изнаночная. То есть полностью до конца ряда вяжем все лицевыми петлями. Довязали до конца ряд с лицевыми петельками, и теперь, развернув на изнаночную сторону, мы должны будем поглядывать на лицевой ряд и смотреть, где у нас начинаются вот эти изнаночные петельки с лицевой стороны. До первой петельки, дойдя до вот этой вот изнаночных петель первой петли, мы захватываем еще одну петлю с одной стороны, и в конце вот этих изнаночных петелек захватываем с другой стороны одну петлю. То есть к нашим 16 петелькам мы добавляем еще 2 петли. Всего получается мы должны будем провязывать 18 лицевых петель. То есть кромочную снимаем, далее идут у нас 5 петель лицевых петли планки. Далее у нас идут петли изнаночные до тех пор, как не дойдем вот до первой нашей лицевой петли с изнаночной стороны. То есть до нее не довязываем еще плюс одну петельку. Вот так вот мы практически дошли. Вот смотрим сюда, ориентируемся. И вот как раз таки я сейчас дошла до первой изнаночной петли, и перед ней вот она одна петелечка осталась лицевая. Вот мы, начиная с ней, провязываем, отсчитываем 18 петелек лицевых. Первая, вторая, третья, далее продолжаем четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая петля, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая петля. То есть мы захватили последнюю изнаночную петлю и еще следующую после нее. И теперь у нас получается было 16 изнаночных петель с лицевой стороны. Теперь у нас их 18. Далее вяжем изнаночную гладь петель спинки, пока не дойдем до второй проймы, там где вязали 16 лицевых петель, то есть 8 и 8. Сейчас мы точно так же провяжем 18 лицевых петель, захватывая перед изнаночными петлями одну петлю и после их тоже одну петлю, только с изнаночной стороны это у нас уже лицевые петельки. То есть вот такая у нас получится красивая платформочка под петельками проймы. Почему я сказала, что не довязываем 1 сантиметр высоты? Потому что как раз таки вот эти вот буквально несколько рядочков у нас и будет этот сантиметр, как бы довязывание общей высоты до проймы. Вот такую мы сделали платформочку. И вот как раз таки я дошла, вот я даже с вами заговорилась, и дошла до изнаночных петелечек. Захватываем одну лицевую петлю с одной стороны, то есть мы начинаем отсчитывать от нее, провязывая 18 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель со стороны спинки. И 9 лицевых петель со стороны полочки. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Связали 18 лицевых петель, 19 не нужно. И сейчас, если мы посмотрим на лицевой ряд, вот как раз таки мы закончили следующей петлей после вот этой последней изнаночной с первой платформочки вот этого ряда. Теперь мы довязываем изнаночной гладью с изнаночной стороны до конца ряда. Петли планочки у нас так и продолжаются быть лицевыми петлями платочной вязкой и кромочная петля. И теперь подготовим платформочку для проймочек. Мы сейчас будем закрывать первый ряд петелек, то есть мы должны будем закрыть первые 3 петли со стороны полочки и первые 3 петли со стороны спинки. Для этого первые петельки планки и полочки мы провязываем по рисунку, то есть платочной вязки, вязкой петли планки. Затем лицевой гладью петли полочки первой. Вот пока не дойдем до вот этих изнаночных петель, где мы будем делать закрытие для первой ручки проймочки. Вот дошли лицевыми петлями до изнаночных петель, и первые 6 петель изнаночных вот этих вот мы провязываем над ними лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы должны будем следующие 6 петель, то есть 3 петли полочки и 3 петли спинки, закрыть.
Следующие 2 петли вяжем также лицевые, то есть получается мы провязали 6 лицевых, далее 7 и 8. И теперь 7 перекидываем петлю на 8. Далее снова 1 вяжем лицевую, на нее перекидываем предыдущую петлю. Так мы закрыли 2 петельки. Далее лицевая, на нее перекидываем предыдущую, закрываем 3-ю петельку. Лицевая, перекидываем предыдущую 4-ю петельку. Лицевая, перекидываем предыдущую петлю 5-я петля. Лицевая, перекидываем предыдущую петлю 6-я петля. И до конца вот этих изнаночных петелек у нас остается их 5. Мы довязываем просто лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5. Можете не отсчитывать, 5 петель, их хорошо видно. Итак, у нас получилось, смотрите, мы закрыли 6 петель центральных из 18. 6 лицевых, 6 петель закрыли и 6 лицевых с другой стороны. Получилось, что у нас петли полочки идут вместе с петлями планки. Затем закрылась часть проймы. И дальше уже идут петли спинки, 6 лицевых. Точно так же лицевыми петлями мы должны довязать до вот этих, получается, 18 изнаночных петелек. И тогда мы сделаем закрытие. Пока вяжем просто лицевые петли над лицевыми петлями, часть спинки. С другой стороны снова 6 петель мы провязываем из 18 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем отсчитываем 7 и 8 петлю, также провязываем лицевыми. Но 7 перекидываем на провязанную 8. Мы закрыли 1 петлю. Далее следующая лицевая, перекидываем на нее петелечку. 2 петлю закрыли. Лицевая, на нее перекидываем 3 петлю. Лицевая, на нее перекидываем 4 петлю. Лицевая, на нее перекидываем 5 петлю. И лицевая, на нее перекидываем 6 петлю. Закрыли 6 петелек после 6 лицевых. И до конца изнаночных петель у нас остается 5 петелек и 1 рабочая. То есть тоже 6 лицевых петель с другой стороны. Вот так вот их довязали. И у нас остается лишь только довязать вторую полочку из лицевых петелек. И до конца вот сюда вот остается довязать петли планки. То есть наши лицевые петли уже видны хорошо. Мы довязываем до конца просто лицевыми петлями, так как здесь еще платочная вязка, петли планки и кромочная петля. Довязав до конца лицевой ряд, мы получили 3 части. Первая полочка, на которой у нас петли для пуговичек. Вторая часть это спинка между проймочками с одной и с другой стороны закрытия. И вторая часть, вторая полочка, там где у нас будут пришиваться пуговички для застежечки. И теперь я рекомендую вам сейчас, не продолжая, скажем, вот эту часть, просто оставим ниточку. И переодеть вот эти петельки полочки первой и полочки второй на дополнительные спицы либо булавочки, которые я вам показывала, что возможно вам пригодятся. Сейчас я оставлю петли открытые и буду работать лишь только на вот этих петлях спинки. Вот так мы оставили на булавочках полочки и теперь поворачиваем на изнаночную сторону спинки и начинаем присоединять ниточку новую. То есть либо вы можете взять с центра моточка этого же самого, либо же я взяла с другого моточка, все равно уйдет больше мотка немножечко, поэтому я буду спинку вязать ниточкой, скажем, уже с другого моточка. Мы закончили вязать лицевой ряд. Должны присоединить ниточку с изнаночной стороны. И как вы помните, мы закрыли только лишь 6 петель с проймочки. Должны позакрывать еще по 2 петельки с каждой стороны. То есть и на полочке, и на спинке с одной и с другой стороны. Поэтому я начну, присоединяя ниточку, сразу же параллельно делать закрытие петель. Итак, кромочную петлю будем считать условно первую петлю и последнюю кромочными. Я снимаю непровязанные. Далее следующую петлю я вяжу лицевой петлей и перекидываю кромочную на лицевую петлю. Так я закрыла одну петлю, затем еще раз вяжу лицевую и закрываю, перекидываю на нее предыдущую связанную петельку. То есть я к нашим, получается, 3 петлям спинки закрыла еще 2 петли в начале. Далее мы должны будем к петлям спинки еще провязать также лицевыми петлями платочной вязкой вот эти 3 петельки, то есть у нас получается кромочная петля, которой мы только что закрывали, еще 2 петли. И вот они, 3 петельки над изнаночными
петлями с лицевой стороны. Поэтому я довязываю еще 3 петли, которые у меня будут вязаться платочной вязкой от начала до конца вязания спинки. Вот они, 4 петельки в начале. Далее мы вяжем вот эти петли промежуточные со спинки изнаночными петельками до тех пор, пока не дойдем до вот этих изнаночных петель с лицевой стороны. То есть 2 петли, 4, 6 петель. Мы точно так же здесь будем закрывать 2 петли. И вот эти 4 петельки у нас останется как бы как с одной стороны платочной вязкой, так и с другой стороны. Но закрытие мы будем делать с лицевой стороны, так как с изнаночной стороны нам будет их неудобно провязывать. Поэтому вот здесь мы провяжем вот эти вот 6 петелек, 4 петли, которые мы будем оставлять и 2 закрывать, просто по рисунку платочной вязки, то есть лицевыми петлями. А пока продолжаем вязать вот эти промежуточные петли изнаночной гладью. Дошли до последних 6 петелек спинки, и теперь мы вяжем 5 лицевых петель и кромочную петлю, 6 петлю ряда, изнаночную, вот которая 6 петля ряда, которая осталась последняя петелька. Теперь поворачиваем на лицевой ряд, и с лицевой стороны, как вы помните, мы должны закрыть еще 2 петли в начале, то есть для того, чтобы было закрыто у нас 3 петельки и 2 петли. Первую снимаем и провязанную, далее следующую вяжем лицевую. И на эту лицевую перекидываем кромочную петлю. Это первая петля закрыта. Еще раз лицевую следующую провязываем. На нее перекидываем предыдущую петлю. Так мы закрыли еще 2 петельки. Далее мы вот эти вот 3 лицевые петли над платочной вязкой так и провязываем лицевыми и с лицевой с изнаночной стороны. То есть над петлями платформы, которые мы, скажем так, сделали перед закрытием петелек для проймочки с одной и с другой стороны, мы так и будем продолжать вязать 3 лицевые петли и кромочная петля с лицевой с изнаночной стороны. Точно так же здесь кромочная петля и 3 лицевые. Вот эти промежуточные петли лицевой глади на линии спинки мы будем вязать просто лицевыми петлями, как вязали всю высоту нашей жилеточки. То есть сейчас мы продолжаем вязать просто лицевыми петлями и платочную вязку с одной и с другой стороны до тех пор, пока не наберем общую высоту жилеточки. То есть можете ее отсчитывать сантиметром от начальной вот здесь вот наборочного края линии, или же просто от петель закрытия для проймы, пока не наберете нужную высоту именно высоты проймы рукавчика, для того, чтобы хорошо, свободно сидела ручка ребенка. То есть либо отсюда отмеряете, либо с начальной стороны. Я буду ориентироваться и на высоту от линии закрытия проймы, и на общую высоту жилеточки. Просто вяжем сейчас лицевой гладью с лицевой стороны, изнаночной гладью с изнаночной стороны и платочной вязкой вот эти 4 петли с одной и с другой стороны. То есть у нас получаться будет просто вот такое полотно без каких-либо изменений. Сейчас у меня 4 с одной, 4 с другой стороны и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 петель лицевой глади по центру между нашей платочной вязкой. Я связала нужную высоту 12 сантиметров и теперь начинаю закрывать петельки. Просто вот эти петли, которые мы связали ровным полотном, мы закрываем. Кромочную петлю снимаем, далее по петлям платочной вязки я буду вязать лицевые петли и переодевать на каждую последующую провязанную лицевую кромочную петлю. То есть вот таким вот образом я закрыла первые вот эти вот 3 петельки платочной вязки. А затем там, где у нас изнаночная гладь, я буду вязать изнаночные над изнаночными петельками поочередно и переодевать каждую последующую петлю вот так вот на нее предыдущую петельку, провязывая изнаночной петлей и делая закрытие. Вот так. Далее, когда дойду снова до петель платочной вязки с другой стороны, буду вязать их лицевыми петлями. Промежуточные же пока вяжу изнаночными и переодеваю предыдущую на каждую провязанную последующую изнаночную петлю. Вот так. И у нас получается ровное красивое закрытие. Можно было бы здесь на петлях спинки вывязать именно такой вот, скажем так, для горловинки приспуск, для того, чтобы не топорщилось. Но в принципе здесь очень маленький размерчик, поэтому я буду делать вот таким вот самым простым способом. Из этих петелек спинки у нас будут петли для плеча, остальные уйдут у нас на спинку.
И вот так вот просто ровное получается полотно на петлях спинки. Вот так закрывается у нас петли спинки. Посмотрите, получается красивая аккуратная косичка. Вот, и я сейчас дойду до другой стороны платочной вязки и точно так же продолжу делать закрытие до самого конца, пока у меня не закончатся петельки. Дошла до платочной вязки и вяжу над платочной вязкой 3 лицевые петли, на них переодеваю поочередно предыдущую петельку. Затем кромочная петля и на нее переодеваю последнюю петельку. Вот так я закрыла все петли спинки и освободила себе рабочие спицы. После того, как я закрыла петельки для спинки, я оставила небольшой хвостик, на всякий случай, чтобы он мне вдруг пригодился, и отрезала ниточку. Теперь я беру, переодеваю петли полочки, на которой у меня находятся петельки для пуговичек, обратно на рабочую спицу. И как вы помните, ниточку мы здесь не отрезали, поэтому она идет к моточку. И мы продолжаем уже по провязанной спинке, исходя из ее высоты и количества провязанных вот этих вот рядочков, которые у меня получились, мы должны будем делать вот такой вот скосик для того, чтобы красивый был как бы вид горловинки спереди. То есть полочки мы будем делать со скосиком. Для этого нам нужно определиться, сколько же сантиметров мы оставим для плечика, то есть до каких пор мы будем делать скос с одной и с другой стороны. Я буду делать не слишком широкие плечики, то есть где-то 5-5,5 сантиметров. Я возьму даже 5,5 сантиметров, потому что здесь кромочные петельки. Вот чтобы не слишком было узко. И беру сантиметр, определяю, сколько же это 5,5 сантиметров. 5,5 сантиметров у меня вмещает 12 петель. Я уже просчитала. И теперь я считаю общее количество петель, которое у меня осталось. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 петли. То есть мне нужно сократить петельки в 2 раза. Сейчас мы сократим первые 2 петли. Вот здесь вот при провязывании нашей проймочки. То есть, как вы помните, здесь 2 петельки заберутся и останется кромочная петля и 3 петли платочной вязки, как мы это сделали на спинке. И для этого мы сейчас, оказавшись в конце лицевого ряда, поворачиваем на изнаночный ряд и провязываем полностью изнаночный ряд по рисунку, который у нас сформирован. И в начале лицевого ряда закроем первые 2 петельки из 24 вот этих вот наших общих петель, уберем 2 петли. Итак, кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут петли планки. Мы петли планки, как и прежде, вяжем просто лицевыми петлями. Далее у нас идет изнаночная гладь. Мы вяжем изнаночные петли. И над платочной вязкой последующих петель в конце этого ряда мы провяжем просто лицевыми петлями и кромочную петельку. То есть просто по рисунку, который у нас уже сформирован. Петли для пуговиц мы больше не будем делать. То есть вот эти 4 петли у нас, которые уже сделаны, так и будет их всего 4. Вот дошли до петель платочной вязки. Так и вяжем. 4 лицевые и 5 петля кромочная. Вот так. Далее поворачиваем на лицевой ряд и сокращаем первые 2 петельки. Для этого кромочную петлю снимаем, следующую петельку вяжем лицевой и на нее переодеваем кромочную. Это первое закрытие петли. Затем снова лицевая, переодеваем на нее кромочную. Это второе закрытие петли. И далее нам нужно провязать вот эти 3 петельки лицевые. Я здесь одну провязала с изнаночной стороны петлей изнаночной, но здесь вот они у нас как были петли платочной вязки над петлями платочной вязки, так и есть. 3 лицевые петли после кромочной идут у нас платочной вязки. Далее мы вяжем петельки лицевые до петель планки. Но уже сейчас мы, закрыв петли для проймы, должны будем делать первое закрытие петли для скоса. Я провязала пока только лишь лицевые, не провязываю дальше петли планки. Сейчас мы просчитаем, и у нас должно получиться то количество петель, которое было изначально, то есть 24 минус 2 петли, которые мы закрыли для петель проймы, вот здесь вот, для ширины проймы. И у нас получилось, что нужно сократить еще 10 петель. Исходя из высоты спинки, которую я провязала, мне получается нужно закрыть 10 петель через каждый
сантиметр с небольшим, то есть где-то в каждом четвертом ряду я сейчас буду делать закрытие петель. Закрытие каждой петли, вот этой через, получается чуть больше сантиметра, мне нужно закрывать вот с этой первой петлей планки. Вот она, они у нас 5 петелечек планки, кромочная петля 6. Вот с вот этой первой петлей предыдущую петлю с лицевой глади, то есть с лицевой стороны. Я, получается, сейчас связала последнюю лицевую петлю, прираспускаю, при этом я ее повернула, обратите внимание, дальней стеночкой вперед и вяжу вместе с изнаночной петлей общую изнаночную петельку. То есть как бы я сокращаю одну лицевую петлю. Далее петли платочной вязки я вяжу, как и прежде, лицевыми петлями, но у нас их уже 4 петли и кромочная петелька. Далее поворачиваю на изнаночную сторону. Я сократила первую петлю, как вы помните. Буду сокращать до тех пор, пока у меня не останется здесь всего вместе с кромочными петлями 12 петель, то есть 5,5 сантиметра. И как прежде на изнаночной стороне, это у нас уже получается второй ряд после убавления первой петелечки с лицевой глади для скоса, я провязываю петли планки. Далее вот это сокращение петлю я провязываю лицевую, и вот эта петелечка, где петли планочки, первая петля из глади, у нас будет с изнаночной стороны всегда лицевая, неважно после убавления либо же просто, она у нас всегда будет лицевая, а с изнаночной стороны всегда, ой, с лицевой стороны всегда изнаночная. Здесь у нас изнаночные петли глади и петли платочной вязки. Теперь у нас уже их сократилось количество. И как и на спинке, у нас получается 3 петли платочной вязки, то есть 3 лицевые петли и кромочная петля в конце ряда. Это мы, получается, после убавления провязали первый изнаночный ряд. Далее, второй ряд, он у нас лицевой. Мы будем вязать также по рисунку без убавления. То есть нам нужно набрать этот второй сантиметр для того, чтобы сократить еще одну петлю с лицевой глади. Возможно, у вас количество сантиметров немножечко меньше, больше, в зависимости от того, насколько вы хотите широкое плечо. Но вы ориентируйтесь, мы связали специально часть спинки для того, чтобы потом распределить петельки по сантиметрам. Можно, конечно же, исходя из плотности вязания, распределить четкое количество рядов, которые вы должны провязать. Но так как у меня где-то сантиметр забирает 3 ряда, чуть даже больше сантиметра, то вот в каждом четвертом ряду я и буду делать сокращение. Дошла до последней лицевой петли глади. Дальше у нас идет второй ряд, который мы вяжем без убавления. То есть здесь над изнаночной петлей мы вяжем изнаночную. Далее петли планки платочная вязка и кромочная петля. Здесь я не буду уже говорить, что платочная вязка. Запомните, что в конце и в начале ряда у нас всегда будет платочная вязка. Далее разворачиваю на изнаночный ряд, и это у нас уже третий ряд после убавления. Здесь петли планки. Далее одна петля, которая у нас будет лицевая, провязываться с изнаночной стороны, изнаночная с лицевой стороны, всегда будет тянуться такая вот косичка на скос. И далее идет у нас изнаночная гладь и петли платочной вязки. И значит, в следующем, получается, четвертом ряду после убавления мы будем делать снова одно убавление для того, чтобы сократить количество петелечек и получить красивый скос горловины. Повернув на лицевой четвертый ряд, мы петли проймы вяжем платочной вязкой. Далее лицевую гладь до последней лицевой петли мы вяжем просто лицевыми петельками. А далее последнюю петлю лицевую мы не довязываем. Последнюю петлю из лицевой глади в промежуточных петлях. Вот она у нас, последняя лицевая петля. Мы поворачиваем дальнюю стеночку вперед и вместе со следующей изнаночной петлей вяжем 2 петли изнаночные. Вот так вот, вместе одной. То есть делаем убавление. Мы сделали первое убавление в лицевом ряду, затем изнаночный, лицевой, изнаночный ряд провязали по рисунку, просто изнаночными петлями с лицевой стороны и лицевыми петлями с изнаночной стороны. И далее в четвертом ряду сделали убавление. Теперь петли планки без петелечек для пуговичек, без ничего. Мы просто продолжаем вязать платочной вязкой.
Сделали убавление, теперь снова изнаночный лицевой, изнаночный ряд по рисунку, ничего не меняя, не убавляя количество петель. А затем в каждом четвертом ряду я буду делать провязывание вот этой лицевой петли вместе с изнаночной петелькой, вместе одной изнаночной. Для удобства я поворачиваю лицевую петлю дальней стеночкой вперед и провязываю вместе с изнаночной. Так у меня получается красивое плавное убавление. Когда я сделала убавление до 5,5 сантиметров и осталось у меня 12 вот здесь вот петелек, это 4 петли с одной стороны платочной вязки с кромочной, затем 2 лицевые петли из лицевой глади, у меня все что осталось, и далее идет изнаночная петля и петли планки. Теперь смотрите, нам перед тем, как делать закрытие петель для плечика, нам нужно, скажем, посмотреть, чтобы у нас были одинаковые стороны, как на петлях спинки, так и на петлях полочки. То есть сейчас для удобства я измерила, скажем, сантиметром, но сантиметр, как вы знаете, можно прирастянуть полотно и измерить неправильно. Поэтому я предлагаю вам именно по вот этим изнаночным рядочкам петлям спинки. У меня их 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. И на 23 изнаночном провязывании изнаночного ряда ряду я закрыла петельки спинки. То есть у меня должно получиться 23 здесь изнаночных ряда с петлями закрытия. Я считаю количество петель, которые у меня сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ряда изнаночных. То есть сейчас я должна провязать еще один лицевой ряд и в изнаночном ряду сделать закрытие. Либо же сразу же делать в лицевом ряду закрытие, так как все равно нам придется делать его в лицевом ряду. Вот эти начальные петельки нам придется сделать закрытие именно с лицевого ряда. Если будете делать, когда получается нашу правую сторону или же правую полочку, на которой будут расположены наши пуговички пришиваться, то там вы будете закрывать как раз таки с изнаночной стороны. То есть здесь у нас полочка только лишь с лицевой стороны, потому что нужно закрыть вот это начало с правой стороны. В принципе, опять же таки повторюсь, его можно сделать сейчас, а можно сделать в следующем ряду. Я, пожалуй, сделаю его в следующем ряду лицевом. Поэтому сейчас я сделав последнее, вот оно у меня убавление. Я провязала один изнаночный ряд и сейчас провяжу еще один лицевой и изнаночный ряд. То есть как бы закреплю окончание убавления. И сейчас у меня по счету, если определить количество петель, то 12, как я и предполагала изначально, чтобы осталось для плечика. Вот я, получается, провязала второй ряд после последнего убавления. И сейчас провяжу вот этот третий ряд с изнаночной стороны. Тем самым получу я как раз-таки вот этот 23 изнаночный ряд, который у меня вот здесь по счету. И закрою после его провязывания. Но закрывать я буду не полностью всю сторону, не полностью весь ряд. Я ставлю вот эти петли платочной вязки, планки, не закрытыми. А затем я продолжу их вязать для того, чтобы потом мне красиво обработать горловинку. Вот, теперь я довязала и еще раз пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Как раз таки вот здесь 23 провязанных изнаночных ряда. И в 24 ряду я закрою вот эти вот петельки проймы, которые у нас были платочной вязки. Начнем с них. Кромочную снимаем, далее вяжем лицевую и кромочную переодеваем на лицевую. Следующую лицевую, на нее переодеваем предыдущую. Вот таким вот образом я закрываю петли проймы, вот эти платочные вязки обвязыванием. Затем у нас идут 2 лицевые, я и их закрываю. Также вяжу над ними 2 лицевые и переодеваю на каждую последующую предыдущую петлю. И далее у нас идет вот она изнаночная. Я эту изнаночную провязываю изнаночной и на нее переодеваю предыдущую петлю. То есть у меня получилось рабочее закрытие петелечка на правой спице. Далее 4 петли уже с нашей планки и кромочная петля. Но как вы помните, планка у нас состояла не из 4 петелек, а из 5. То есть вот эта изнаночная петля, косичка, которая была у нас
косичкой закрытия петелек для скоса. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Четко видны вот эти петли убавления, но по ходу носки они у нас немножечко, скажем, восстановятся. И не только лишь по ходу носки, а то есть по ходу тепловой обработки, все здесь будет достаточно аккуратно и красиво. И теперь вот эта петелечка, это как раз таки пятая петля с петель полочки. То есть вот этой вот планки на полочке даже. То есть она у нас не должна быть закрытая. Мы просто довязываем к этой рабочей петле петлями платочной вязки еще 4 петли и кромочная петля. То есть у нас остались петли планки и кромочная петля. Как у нас было изначально 5 петель и кромочная 6 петля. Вот эти петли у вас должны остаться не закрытые. Только лишь вот эти вот 2, 4, 6 петелечек мы закрыли. 6 петель закрыли, 6 петель осталось открытыми. И на вот этих 6 петелях мы продолжаем вязать платочную вязку. Еще мы должны связать где-то порядка 15 рядочков. То есть сделать такую вот планочку продолжения, которую мы потом пришьем к горловинке, чтобы не пришлось, скажем, ее обвязывать. А вот эти петли у нас остаются закрытые. То есть вот так у вас должна только в зеркальном отображении выглядеть и вторая полочка. То есть точно так же должна планка уходить со скосом только в другую сторону. Точно так же у нас должны будут здесь быть закрытые 12 петель. То есть было изначально 24. Мы 2 закрыли для скоса пройным. И затем еще 10 петель мы закрывали в каждом четвертом ряду. То есть запоминайте, что вы сейчас делали. Все то же самое мы будем делать со второй полочкой. И обязательно, конечно же, я всегда рекомендую просчитывать количество вот этих вот изнаночных рядочков. Исходя из того, что мы связали первой спинку, нам стало удобно. Мы далее уже знали, как здесь закрывать. Если вы здесь вот померяете, то у вас должно получиться 5-5,5 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите узкую часть плечевого скоса. Вот, я сделала такую не слишком широкую, не слишком узкую, на мой взгляд. Если же у вас ниточки отличаются от моих, плотность вязания отличается, то здесь вы уже ориентируетесь сами. Возможно, вам придется где-то, скажем, реже делать убавление, либо же наоборот, чаще. Вот, то есть вы уже ориентируетесь, чтобы у вас была длина проймы, которую вы задумали изначально. У меня это 12 сантиметров, так она сейчас и есть, 12 сантиметров, как на петлях спинки провязанных рядочках, так и на петлях полочки, тоже 12 сантиметров. И по размерам они абсолютно одинаковые. Но дальше, пока мы продолжаем вязать вот эти петельки, 6 петелечек вместе с кромочной, вот такой же платочной вязкой, то есть лицевыми петлями и с лицевой, и с изнаночной стороны. Провязала я 3,5 сантиметра, в меня вместилось 14 рядочков. Нам нужно оказаться сейчас, чтобы мы провязали последний изнаночный ряд. То есть вот с лицевой стороны мы находимся в начале. Вот на таком положении вам нужно оставить эту же полочку и следующую полочку. То есть следующую полочку, скорее всего, что вам придется провязать 15 рядочков, так как там будет закрытие с изнаночной стороны вот этих петелек плечевого скоса. И, соответственно, на один ряд вам придется провязать больше, чтобы тоже закончить с изнаночной стороны, провязывать последний ряд и в начале лицевого ряда оказаться в итоге. Вот такую же вторую полочку в зеркальном отображении мы должны будем связать. То есть сейчас, смотрите, мы делали закрытие с лицевой стороны. Второй полочке вам нужно будет делать с изнаночной стороны закрытие 2 петельки. Точно так же присоединять ниточку и провязывать такие вот убавления в каждом четвертом ряду, если вы точно так же провязывали, как и я. Затем довязать до 24 рядочков, 23 рядочков, в 23 изнаночном ряду сделать закрытие и продолжить вязать вот такую вот, скажем так, планочку длиной еще продолжение в 3,5 сантиметра. Правая полочка вяжется аналогично, но при этом уже лицевой ряд здесь связан, в отличие от левой полочки. Поэтому мы делаем присоединение с изнаночной стороны и закрываем сразу же здесь 2 петельки для проймы. Затем мы, довязав до конца изнаночный ряд, с лицевой стороны вот эту пятую петлю планки и первую петлю с лицевой глади провязываем вместе одной изнаночной петлей. То есть делаем первое убавление, затем довязываем до конца ряда, уже у нас здесь, обратите внимание, сузится
петли платочной вязки, то есть их было здесь 6, затем мы убавили 2 и остается 4 вместе с петлей кромочной. То есть здесь у нас уже 3 петли планки. С другой стороны получается обработки проймы, вот такая планочка платочной вязкой. И кромочная четвертая петля. Далее, довязав вот это убавление, довязываем до конца лицевого ряда, затем изнаночный первый ряд без изменения, лицевой ряд и изнаночный ряд. И затем в каждом четвертом лицевом ряду мы делаем такие же убавления, ничего не меняя. То есть вот эту пятую петлю планки провязываем вместе с первой лицевой петлей глади в каждом лицевом ряду. И с изнаночной стороны у вас точно так же будет получаться вот такая косичка, которую вы будете провязывать с лицевой стороны изнаночной петлей, а с изнаночной стороны лицевой петлей. То есть как на одной полочке, все точно так же в зеркальном отображении и на второй. И когда вы дойдете до провязанного 22 изнаночного ряда, провязываете 23 изнаночный ряд, в котором делаете закрытие с изнаночной стороны вот этих 6 первых петелек. Следующие 6 петелечек вы провязываете, как я уже говорила, вот так вот 3,5 сантиметра, а здесь уже это не 14, а 15 рядочков платочной вязки, в отличие от первой нашей стороны, которую мы с вами уже связали. Вот. И оказываетесь в начале лицевого ряда, то есть довязав изнаночный ряд, тоже вот такой вот получается у вас последний ряд. И тоже 3,5 сантиметра. Я немножечко оставила ниточку с запасом, чтобы я не люблю лишних присоединений. Как вы видите, я на спинке оставляла ниточку, на полочке первой, на полочке второй я оставляла ниточки для того, чтобы потом мне просто было проще делать сборочку вот этих наших, скажем, полочек, спинок. Вот. И теперь, проще говоря, нам нужно вот эти по 3,5 сантиметра сшить вместе вот эти вот наши полосочки. И затем мы будем пришивать спинку, плечики. И это у нас будет такая условная горловинка. Сейчас нам нужно переодеть петельки на спицы таким образом, чтобы спицы соприкасались в одном направлении, были острые края. То есть вот таким вот образом. Визуально представьте, что у вас первая, вторая полочка и петли спинки переодеты на одну общую спицу. Только петли спинки у нас, как вы помните, закрыты, а вот сейчас с лицевой стороны у нас соприкасаются вверх две спицы с открытыми петельками. Вот они у нас полочки, одна, вторая, по центру спинка, которая пока не касается. И сейчас берем, находим рабочую ниточку. Можете направить спицы вниз, как вам удобнее. Самое главное, нам сейчас нужно будет шить вот эти вот 3,5 сантиметра с одной и с другой стороны в одно общее полотно. То есть у нас должна идти одна общая планочка. Если же у вас рабочая ниточка снизу, максимально длинный краешек, допустим, вы вязали левую полочку, оставили ниточку длинную, а вязав правую полочку, у вас ниточка закончилась, либо наоборот. В общем, вам нужно оставить максимально длинный край нити, рабочий, с одной либо с другой стороны, для того, чтобы потом вдеть его в иголочку и начать сшивать. Мне удобнее сшивать с, скажем так, с остатка ниточки на правой полочке. Он у меня оставался, я его не отрезала. Если же у вас с левой полочки, соответственно, спицы направьте вниз и повторяйте все то же самое. Сейчас мы должны вот эти петельки либо нанизать в шахматном порядке просто на ниточку рабочую, то есть как бы продеть, сомкнув петельки вот таким вот образом, либо же сшить трикотажным шовчиком. Для тех, кто не знает, как сшить трикотажный шовчик, можете посмотреть отдельное видео в YouTube. Для удобства, скажем, сейчас у нас вверх повернуты две стороны изнаночными петлями, то есть последние ряды, которые мы провязывали, изнаночные с одной и с другой стороны, и сейчас мы начинаем прошивать трикотажным шовчиком. Для этого сначала продеваем первую петельку второй спицы, то есть вот она, рабочая нить у меня на первой спице. Я продеваю сквозь вторую спицу первую крайнюю петельку рабочую нить и как бы прошиваю эту петлю, не снимая со спицы. Затем хорошо протягиваю нить и сквозь крайнюю петельку первой спицы точно так же прошиваю. Вот так. Как бы соединяю, делаю край более плотно прилегающий друг к другу. Можете еще раз точно так же повторить, но сейчас я буду прошивать уже вот эту крайнюю прошитую петлю, снимаем ее на иголочку, и следующую петельку, которая была не прошитая. И вот так сквозь две петельки прошиваю снова рабочую нить.
Так как достаточно длинный у меня краешек ниточки, то сейчас будет это делать сложно. Смотрите, прошили две верхние петельки. Теперь снова захватываем снизу петлю прошитую и петлю следующую не прошитую. Одеваем их на иголочку, снимаем полностью со спицы. И прошиваем теперь эти две петельки снизу, которые. Либо с первой спицы, как вам удобнее понимать. Прошили. Далее возвращаемся снова на вот эту верхнюю спицу или на вторую. Находим прошитую крайнюю петлю и непрошитую снимаем со спицы. Все переносим на иголочку и иголочкой прошиваем две эти петельки. Прошитую и непрошитую. Точно так же делаем и снизу. Сначала прошиваем, находим крайнюю петлю прошитую. Вот она у нас. И хорошо видно петельки, следите за рядом. И непрошитую следующую петельку. И снова прошиваем попарно две петли, теперь уже с первой спицы, либо с нижней спицы. Можете низ вверх сделать для того, чтобы видеть, что вы прошили, что не прошили. Далее снова возвращаемся наверх. Вот она прошитая петля. Ее хорошо видно, откуда идет ниточка рабочая. И следующая петелька не прошитая на спице. Точно так же попарно прошиваем прошитую и не прошитую. Сквозь них продеваем рабочую ниточку. И точно так же возвращаемся вниз. Вот она у нас прошитая петля и не прошитая снимаем со спицы. Прошиваем иголочкой сначала вот эту прошитую петельку снизу. Вот так попадаем иголочкой и не прошитую со спицы. Переодеваем на иголочку и пропускаем рабочую нить сквозь две петли, прошитую и не прошитую. И вот так поочередно, то снизу, то сверху, я буду прошивать попарно прошитую и не прошитую петельку. И вот он и у нас заключается в этом прошивании трикотажным шовчиком. То есть хорошо, я думаю, будет это видно по ходу того, как вы будете вязать. Вот. Краешек я оставила максимально длинный, из-за этого он может немножечко путаться, можете сделать немножко короче. И как вы видите, идет визуализация непрерывного вязания. То есть здесь идет такой же лицевой красивый ряд. Хотите, можете вот эту рабочую нить подтягивать, то есть более туже ее делать. Здесь у нас не играет сильно роли. Вот. И можете туже делать, то есть соответственно более непрерывно выглядит ваше соединение трикотажным швом. Снова вот она крайняя прошитая петля и крайняя на спице не прошитая. Мы ее снимаем и снова попарно прошиваем две петельки. Сверху, снизу прошитую, не прошитую, сверху, снизу. И когда дошли до тех пор, пока у вас не останется уже открытых петелек, мы последнюю петлю снизу, когда прошили, прошиваем последнюю прошитую петлю сверху. То есть как бы замыкаем вот эти вот два края. Вот, замкнули два края, и у вас получилось непрерывное вязание. Здесь у вас уже идет рабочая ниточка с одного края, здесь рабочая ниточка с другого края. Хотите, можете их соединить узелком, хотите, можете этого не делать. И у нас что получилось? Смотрите, мы сейчас имеем два края. Хотите, можете присоединить сюда же ниточку, хотите, можете по ходу вязания смотреть. Вот, у меня еще даже осталось немножечко ниточки со стороны вот спинки, хвостик я не отрезала. Вот, и теперь мы поворачиваем к себе изнаночной стороной две полочки. Вот они у нас, одна полочка и вторая полочка, которые соединены. И вот они петли, закрытые петли спинки, точно так же лежат лицевой гладью вверх, то есть изнаночной стороной на внешнюю сторону. Можете вот этим хвостиком, если у вас точно так же остался со спинки, делать. Но я всегда рекомендую находить центр спинки. Можете отсчитать количество петелек, отметить либо булавочкой, либо иголочкой. Ну, допустим, у вас центр спинки здесь. Я пока визуально на глаз отмечаю. Теперь мы берем, находим центр здесь, спинки на горловинке. То есть вот мы как раз таки центр спинки соединяли, как вы помните, вот он шовчик. И присоединяем вот здесь вот. Вот таким вот образом, как вы видите, у меня идут две рабочие ниточки, которые я не отрезала, поэтому я буду одной ниточкой пускать в ход, пришивать вот эту часть, то есть плечика спереда и плечика со спинки. И ниточкой другой, вот она у меня тоже точно так же не отрезана, я буду пришивать с центра
плечика спинки и плечика переда параллельно с горловинкой. То есть вот это у нас, как вы видите, горловинка, которая должна точно так же все полностью пришиться. То есть у нас здесь идет либо один сплошной шовчик, то есть вы можете, допустим, хвостик со спинки, им полностью все вот это сшить. Но я всегда рекомендую центр одного полотна и центр другого полотна соединить. Даже если у вас будет общий шовчик, вы соединяете, делаете центр и лишь тогда пришиваете одну часть и продолжаете пришивать вторую часть. То есть сейчас важно вам сшить вот эту часть спинки и две полочки, соединенные теперь уже передом. Сшивать вы можете абсолютно любым удобным для вас способом. Это может быть крючком, может быть иголочкой, то есть как вам удобно. Самое главное нам просто соединить вот эти два полотна. Я же буду сшивать обычными наметочными стежками, которые, скажем, будут и мягко ложиться, и будут менее заметны. То есть сейчас, продолжив, скажем, вот здесь вот сшив горловинку две части, я продолжаю ниточкой. Вы помните, что у меня две рабочие нити оказались вот здесь снизу, поэтому я продолжаю с центра ровно 15 лицевых, я в одну сторону 15 лицевых или изнаночных, как вам проще понимать, в одну сторону откинула, 15 в другую сторону. И сейчас продолжаю вот такими наметочными швами. Вот смотрите, у нас идет кромочная косичка закрытия с одной стороны и кромочная косичка закрытия с другой стороны. Вот каждую косичку, в некоторую даже по два стежка я делаю, потому что одна сторона все-таки короче, чем сторона спинки. И точно так же я вдену иголочку в другую ниточку и с другой стороны пойду в обратном направлении такими же стежками. И тогда с лицевой стороны у нас получается вот такая красивая сторона, скажем так, без шва, незаметно получается, и в то же время не получается никакого рубчика. Если бы я сшивала крючком, то здесь получился грубый такой шовчик, который бы, возможно, мешал ребенку, так как ребеночек очень маленький и еще достаточно часто находится в лежачем положении. Соответственно, чтобы ему ничего не давило, обязательно, когда сшиваете, то пробуйте, чтобы не было здесь таких вот стянутых рубцов, а было очень максимально все аккуратно, нежно и мягко. После того, как мы сшили наметочными стежками горловину к спинке, теперь мы прячем вот эти хвостики, но перед тем, как прятать хвостики, обязательно проверьте, что у вас получилось с лицевой стороны. У меня получился это вот такой вот шовчик, который достаточно хорошо эластичный тянется. Вот аккуратный краешек, максимально ровный, как непрерывное вязание у нас получилось благодаря трикотажному шовчику. И теперь выворачиваем на лицевую сторону и смотрим. Благодаря тому, что мы вязали непрерывным таким вязанием, у нас получилось, что с боковых сторон не имеет шовчика. Вот здесь у нас получилось максимально все аккуратно, гладко и красиво. Пока это не очень аккуратно выглядит на вид, но после тепловой обработки, после того, как постираете ваше изделие, вот, то обязательно все станет на свои места. Здесь у нас немножечко пристянутые, как вы видите, скосы горловинки. Они также после стирочки растянутся немножечко и станут на свои места. Петелечки подвыровняются. Здесь также пришиваете пуговички после того, как ваше изделие высохнет. Отсчитываете количество изнаночных рядочков между петельками. И точно так же на этом же уровне пришиваете пуговички. Вот, прячем хвостики. У кого что было при соединении, обязательно не забудьте спрятать с изнаночной стороны. Получились у нас вот такие плечевые скосы. Горловинка немножечко пристянутая, благодаря тому, что мы обрабатывали платочной вязкой. Она получилась у нас как резиночка слегка. Все так и должно было быть. Здесь проймочки у меня получились, как я и хотела, подлиннее. Вот, которые будут хорошо одеваться как на человечек, так и в дальнейшем. Вот, и все здесь благодаря резиночке немножечко пристянутый у нас краешек. Все по окружности груди у меня совпадает, и все получилось замечательно. Делаем тепловую обработку, пришиваем пуговички, заканчиваем наше изделие. Хотите, можете украсить любой аппликацией, вот, какими-то пуговичками, помпончиками. В общем, все, что на ваше желание хотелось бы. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забудьте лайкать. Спасибо вам, что оставались на моем канале. Не забудьте нажать видео под видео данным колокольчик, чтобы получать новые оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. И не забудьте к данной жилеточке связать пинеточки. Всем хорошего настроения. Пока-пока.